Всем привет, с вами Некрос. Да, друзья, все мы любим мериться писиками, и я не исключение. Пираткой в Стиме особо не похвастаешься, поэтому я решил выложить свою статистику на YouTube. Итак, я поиграл в Devil May Cry почти 39 часов, и что же я имею? Я прошел игру на уровнях сложности Нефилим, Сын Спарды, Рай или Ад, и Ад и Ад. Нашел все ключи и открыл все двери. И вот какие ачивки я сумел открыть. Как вы могли заметить, мне не хватает 3 ачивок. Завершение всех миссий на уровне сложности Нефилим с рангом ССС. Завершение всех миссий на уровне сложности Данте должен умереть. И уничтожение 5000 демонов. Я решил, что вот эта ачивка с уничтожением 5000 врагов челленджа мне уже не подарит, поскольку тут вопрос касается только лишь времени. После прохождения игры на уровне сложности Ад и Ад, я понял, что проходить игру на уровне сложности Данте должен умереть тоже не подарит мне никакого челленджа, потому что уровень сложности Ад и Ад был самым сложным. Это же и касается уровня сложности Нефилим с рангом ССС. Даже учитывая ранг ССС, сложнее Ада и Ада точно не будет. На этом все. Делитесь своими достижениями. С вами был Некрос. Играйте в хорошие игры. Пока!